Мы обожаем жить в туристических городах. Сейчас это Кемер. Самый большой плюс тургородов – это встреча с друзьями, родственниками и подписчиками. И сегодня круто проведем время с друзьями. Кстати, кому мало природы в наших выпусках, сегодня будет ее очень много. В общем, берите вкусняшки, наливайте чай, садитесь поудобнее, нажимайте на лайк и погнали! Так, сейчас важно понять, где кушать. Макс здесь вообще как крыло самолета уже стоит. Надо что-то турецкое. Ну вот цены типа 130, тарелки 135. В одном из выпусков ели такие тарелки по 210. Это, кстати, разница, да, почти в два раза. Так, ну вот смотрите, мы вообще любим вот это заведение, которое называется Пидем. Мы, когда в торговике, всегда сюда заходим. Вот заказали 3 пиде, 3 напитка, 273 лиры получается. Это реально классная цена. Сейчас нам все наборы принесут, дальше покажу. Вот такой есть магазинчик, как курошка-картошка. Видите, только начинки не такие, как мы привыкли, а маленько другие. Тут есть даже наш оливье, видите? Вот эта Настенка заказала, типа картошка такая, да? Острая, зачем? Смотрите, вот это да. Кстати, пидешки здесь тоже существенного размера. Мы доехали. Смотрите, как здесь классно. Апельсиновые плантации. Вот здесь течет речка. И где-то там, вот он разлом, там и есть каньон. Вот было бы лето, эту реку можно было спокойно перейти. А сейчас вода, конечно, ледяная, и нам надо вот на ту сторону. И как-то... Как это делать с Мирошкой, я вообще не представляю. Сходили, тут посмотрели, там посмотрели. Остается только вброд. Единственное, что вот сейчас уходить, а увидели, там мотики ездят. Наши все в машине уснули. Будем сейчас ботинки снимать и реку ногами переходить. Но там на самом деле прям очень красиво, поэтому мы решили все-таки, что надо. Все непросто. Что творит, вообще не понимаю. Аккуратненько, Тёма. На камень большой. Здесь я прям очковал, если честно, за него. Вот так вот, пацан могёт. Скоро будем с Артёмкой ходить. Серьезные походы, да? Да. Я вот думаю, его надо с собой на Тахталы взять. Пойдешь? Вообще, этот каньон непопулярное место для туристов. Так что, кто нас смотрит, обязательно приезжайте. Я точную локацию оставлю в нашем телеграм-канале, поэтому обязательно подпишитесь. А вообще, местные здесь любят. Здесь, вот видите, вне сезон шашлычки жарят, рыбачат. А летом сюда самый кайф приезжать купаться, когда на улице жара. Здесь ты прячешься от нее и, естественно, ледяная вода. И перед нашими глазами открывается этот каньон. Я так предполагаю, что можно и сверху как-то забраться. Ну, вдруг есть у нас такие зрители, кто сверху забирался. Отпишитесь в комментариях, есть ли там какие-то тропы. Мне все-таки кажется, что есть. Красиво. Такой разлом. Вот сейчас туда будем углубляться. Вы только гляньте, какие там скалы. Они, я не знаю, за счет чего там держатся. Но когда-то точно упадут. У нас тут открывается такой небольшой водопад. Мне кажется, его можно назвать каскадным. Пещеры, углубления в скалах. И сам каньон. Вообще,
Здесь получается, я даже не знаю здесь, куда идти, куда пройти, но у меня такое ощущение, что самый кайф это брать саборд и плыть туда, либо летом непосредственно уже купаться, шумно как. Здесь есть первая смотровая, но отсюда так себе вид. И есть вторая смотровая, вот она уже поинтереснее. Слушайте, вот я серьезно говорю, здесь нужен саборд или каяка, какой-нибудь шлем и плыть вон туда вот, потому что так каньоном наслаждаться. Ну кто так наслаждается? Надо прям туда вот в углубление, либо летом в жару сплавать. Здесь глубина, мне кажется, солдатика можно нырнуть. Смотрите, как красиво, какая-то трава потрясающая. Просто вау. Как тебе, Тёмка? Круто. А? Круто. Летом сюда нужно обязательно вернуться. Прямо отсюда попрыгать. Вот, даже есть следы людей. Вот, видите, они ныряют и идут ногами туда дальше. Блин, место, конечно, кайфовое. Мы едем скалолазить. Едет. Да, эти ребята подсадили нас на скалолазание. В том году мы круто это сделали. И в этом году хотели так же. Но катаясь на скейте, Дима упал и конкретно повредил себе ногу. Поэтому без скал. Но... Заезжаем на заправку. По ценам 43,54. Мы едем скалолазить. Ценники смотрите, изучайте. Мы взяли, вот, как их называют, скальники специально, и спускаемся уже в зал, где можно вот на турниках повисеть, различные трассы. Дима у нас в пролете, потому что он лазил по скейту. Налазился, да? Но ничего. Значит, ты будешь сегодня оператором. Окей, давай. В общем, весь зал делится на трассы, какие-то есть сложные, но вот эти вообще просто, я не знаю, как это, вертикальные получаются, да, они? То есть там лежать надо, но мы сейчас попробуем. Нависание. А, нависание это называется, окей. О, Мирошка, обалдеет. Начнем с первой трассы и пойдем по всем. Чтобы вы понимали, здесь на самом деле вот на этих штуках вот просто даже нет какого-то зацепа, ну хотя нет, есть. Ну, в общем, посмотрим, как у нас это будет получаться. А вообще, кто не смотрел выпуск, где мы катались, как она, Байгаири?
Гейк-Баири самая лучшая, да, такая трасса в Анталии? Ну, она не лучшая, это самый большой скалолазательный, да, регион в Турции. Вот, мы вместе катались с детьми летом того года. Ну, катались туда, катались, а там мы уже лазили. Смотрите, ссылка там. Давайте, старушки! Зафиксировался. Вторая пройдена. Настенка берет самую первую, самая легкая. Брал сейчас вот эту, хотел залезть и хочу сказать свои эмоции. Это сложно. Вот как только вот она вот так сюда наклонена, все, там уже, короче, висишь на ней. Но надо все равно пробовать. Очень аккуратно спаслась. Спрыгивать не надо, очень аккуратно. Мирош, отойди. Отойди сверху. Прирожденный скалолаз. Ну, давай дальше, да. Настен, вот такую штуку тебе надо. Настя! Дети, откуда? Из-под папы. Обезьяна! Ой! В общем, вот эта красная трасса, 35-я. Прям для меня вызов. Только до сюда дотягиваюсь и падаю. Так. Настенка пошла на зеленую. В общем, вот эти трассы, они самые классные. Давай, давай, мы делаем на тебя ставку. Давай, подтягивайся. А вот сюда смотри рукой. Во. Во. Давай. Вот, вот зеленая. Сможешь. А ты должна подтянуться. И вот у тебя еще зеленая, Настена. Вот еще. И вот две зеленых. Да, ты начинать должна. Сделал. Да прыгай просто. Артем, отойди. Настен, первые эмоции. Мироша, Мир. Настен, первые эмоции. Короче, пятки болят, мозоли сразу появляются, ногти ломаются. Спорт не для слабаков, ребята. Да тянись, тянись, пробуй тянуться. Папа, фиксировался. Да. Давай, давай, пробуй, пробуй. Родик вообще разлазился и стал брать уже трассы. Да, Родион? Аккуратненько. О-о-о, аккуратно. А людей стало все больше и больше. Кстати, я эту красную трассу так и не взял. Вот одной рукой хватаюсь, вторую вытянуть уже не могу. Что? Травма скалолаза. Короче, скажем, это сильно. О, господи. Ну, вот так просто отрежешь. Самый кайф, ребятки, вот после скалолазания поменять эти скальники на кроксы. Даже не представляете, как сильно они сжимают ногу. Теперь идем кушать. И после такого спорта еще мирошку таскать, это, конечно, прикол. Здесь прям местный район, Кипец, по-моему, называется. Цены в местных кафешках. Вот такие, друзья мои, смотрите. Внимательно. А, это, кстати, вот все меню, больше здесь ничего и нет. Приехали мы
в очень интересное место, которое возле нашего дома находится. Это все тот же Кемер. Это называется Ранчо. Локацию оставлю в нашем телеграм-канале. Здесь есть потрясающий отель с видом на гору Тахталы, на астероид. Я сейчас покажу, как здесь красиво. Взяли корм покормить лошадок. Вот про что я говорил. Видите, как здесь красиво. Здесь кафешка. Можно вот так уютненько посидеть в этих креслах. Басик. И вот это вот все вид Тахталы. Астероид. Ну, просто невероятно. У нас отсюда есть фоточка. Здесь сейчас небольшая реконструкция. Здесь были прям такие бары ковбойские, детская площадка. Даже вот вывеска еще осталась. Невероятная красота. Да, вон Мирошку увидал, куча лошадей. Здесь вот, видите, можно покататься, попрыгать. Мира Астероид, блин, потрясающе. Прикиньте, да, вот откуда-то она же появилась явно. Вот она вообще не похожа ни на одну гору, которая здесь имеется. Это вообще другая порода камней, вот как будто вот сюда реально ее поставили. Эх, Мирошка, Мирошка. Ну и вот они, конюшни. Начали здесь обычно стоят лошади. Но сейчас тут никого нет. Видимо, всех вывели на прогулку. Эх, а мы не еду взяли. Нам вот подсказали, что с этой стороны все-таки есть. Да. Вот. Одна точно есть. О, здорово, да, Мира? Здесь он еще есть всякие зайчики, перепелки, детская площадка, апельсинчики и еще и спортивная. Это Родик. И он поедет, да? А это Тёма, он тоже будет кататься. Пошли. Тебя. Это было круто, да, очень. Мне нравится на лошадях кататься. Я люблю лошадей. Понравилось? Угу. Очень. Мы приехали на гору Астероид. И хотим попробовать подняться. Хоть докуда-нибудь. Я думаю, что у нас это может получиться. Надо, правда, вот эти колючие кусты пройти. Мироша, нам сюда. Да. Вот сюда нам. Ага. Он самый маленький тоже с нами. Я, мам. Пойдем, пойдем, туда идем. Папа, добрый день. Да. Давай. Осторожно, нельзя бегать, идти надо аккуратно, Мироша. Здесь великолепная природа вообще. Да, если получится у нас куда-нибудь залезть, будет круто. Пока давай, 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 подожди, давай. Давай, давай, давай. Видишь? Да. Давай, сынок, давай. Малыш, давай, давай. Поход идет, смотри на него. Да, Артем туда уже вверх убежал. Так хочется забраться на эту вершину, но тут вообще непонятно абсолютно, как туда лезть. Ну и в любом случае опасно. Камера не передаст вот этих вот масштабов. Угла, поэтому неизвестно. Внимательно продумывай, Мирошка, каждый шаг. Да, вот так вот мы делаем это восхождение. Видите, в каких позах мы лезем. Да, Мирошка, очень аккуратно. Да, давай, я тебе буду помогать. Опа. Давай, 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 перешагивай. Опа. Тихо, тихо, держись. Все, давай дальше ползи. Держишься? Да. Давай сам. Да, слушай, ну здесь не прям просто. Вот смотрите, смотрите, как забираемся. А Мирошка скользит. Не получается? Помочь? Да. Давай, помогу сейчас. Давай, 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 давай. Давай, сын, давай.
Вот опять через камеру кажется так просто. И как будто бы они недалеко поднялись, а на самом деле они далеко. Но Мирошка красавчик, вообще просто прирожденный скалолаз. Давай, Мирошка, аккуратненько, сынок. Пап. Ну ничего, вот, берите пример с Мирошки. Поднимается исключительно сам вообще. Не знаю, как будет спускаться, но пока идет полностью сам и даже не просит помощи. Аккуратно, аккуратно, Мироша. Смотрите, какое мы ущелье попадаем между двумя огромными камнями. Посмотрите, какая красота. Какие хребты. Какой красивый сосновый лес. Вот туда вот тоже можешь сходить, на первый хребет. Фига, классно. Вот, держу ровно горизонт, спуск так. Один куда-то почти пропал с горизонта. Мы уже повыше, и здесь прям ветрища дует. Вот прям чуть-чуть, и вот сюда вот встать. Какие впадины. Красивая. Мы с Димой пошли на разведку, в итоге сейчас наших крикнули и добрались вот до такой штуковины. Фу, сквозной грот. Обалдеть. Давайте сюда. Слушай, я думаю, если вот одеть новые кроксы, можно прям так... Прикольно. Все на маленьком камушке держится. Ну да. Вот тут вот так вот. Тихо. Ага. Смотрите, аккуратно. Давайте, проходите, опять. Здесь что-то туда и сюда есть. Опа. А, ну все, здесь уже ничего. Пик, да? Да. Здесь вот такая вот история, и все, но зато у нас открывается вид на море, мы отсюда видим море. Фух, все держится на этом маленьком камушке. У нас сумасшедший закат. Ага. Здесь столько широкий угол, чтобы понять всю красоту. У-ху-ху! Здесь просто... Нет, прям с подложью начинаем. Вот это да. Кто? Да. Работает. Мы спустились. Самое время нажать на лайкосик. Да, Мирошка? Как лайк ставится? Как лайк ставится? Покажи. Yes. Вот так вот. На ужин у нас, ребятки, сегодня... Форель. Форель, турецкая форель, надеюсь, очень вкусная. Сейчас мы ее посолим, постом положим на пергаментную бумагу и закинем в нашу духовочку. Так, все, только присолили, больше ничего. Духовка уже у нас заряжена на результат. Поэтому вот так вот, хопс, и отправляем минут, наверное, 30, и точно хватит. Какая там вкуснота по ту сторону стекла. Блин, все, уже невозможно это терпеть, надо срочно доставать и есть. О, вот это наш паран, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это наш шпаром обдало. Фух, добро пожаловать. Ха. Так, ну что, достаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, обжегся как, а? Чувствуете? Вы чувствуете этот запах? Наверное, нет.
Нереальная вкуснота. Серьезно, рыба прям. Рыба прям вау. Кто в Турции покупаете в метро набор салата? Типа здесь, знаете, всякий разный салат. И обязательно берите вот такой вот бальзамический соус. Получается вау. Ну, плюс соль и прям супер. Все, нам приятного аппетита. Мы отправляемся кушать. Все, ребятки собираются. Обожаю это время, когда нужно играть в Тетрис максимально правильно. Вспоминать эту игру. Ты уже забыл слоган, как это Я уже забыл, но мне все предстоит буквально. Через месяц мне все предстоит. Да. И все, и поедут. А через месяц уже встречаемся где-нибудь на Истрии, в Москве. Коротко о том, как быстро происходят сборы. Во сколько поедете? Через час, в 9:45, время 12:09. Ну, пока на час. Какого дня? Какого дня? Того же, слава богу. Все, банда, давайте, мы приедем. Помнишь про баню? Все, баню топим. Обещали мне целый месяц топить баню. Баня только зимой. В смысле только зимой? Тогда мы не приедем. У них зима длинная там. Есть друзья, и все, и нет друзей. Но увидимся через месяц.